третий игровой день на сцене ESL One Katowice проходили три матча. В последнем четвертьфинале сражались шведы из NIP и датчане из Team Salamit. На первой карте ниндзя уверенно взяли верх, 16-8. Но на Inferno их оппоненты оживились и не оставили шведам шансов, 16-4. Все решалось на Нюк, где в упорной борьбе NIP одержали победу. Датский коллектив вновь остался без медалей, но был близок к выходу в полуфинал. Затем под оглушительный рев трибун на сцену поднялись Virtus.pro и Fnatic. На Cobblestone команды подарили зрителям потрясающее шоу. Победитель определился лишь в овертайме, 19-17 в пользу шведов. На Мираже Fnatic одержали более уверенную победу, 16-8. К разочарованию местной публики, польский коллектив Virtus.pro остался за бортом финала. Во втором полуфинале сражались французы из Envy и шведы из NIP. Действующие чемпионы мира из Франции достойно сражались, но оба раза проиграли, 9-16 и 10-16. Ниндзя выходят в финал.